Привет всем, с вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка, такое у меня украшение, оно очень интересно, здесь такой магнитик, и так вас, чпок, третий раз, я люблю три, и оно очень блестит в темноте, так мерцает, можно, конечно, перевернуть, но так тоже красиво. Сегодня у нас покупки, ну и такие как бы... баночки, не знаю, там, господи, хвалиться нечем, вот хвалюсь. Ну, во-первых, хочу рассказать, вот этот шампунь использовали мы, и хочу выкинуть его. Я купила, потому что он был по дешевке, написано anti-dandruff, то есть против перхоти, хотя ни у кого нету особой перхоти, господи. Но даже я мыла волосы, и ничего такого страшного. Он очень чистил волосы, прям... Бывают некоторые шампуни не дочищивают волосы, но этот Dove, он просто зверский и хороший. Dermacare Scalp Anti-Dandruff. Если еще раз попадется на скидке, я куплю. А сейчас у нас точно такой же, только с огурцом в использовании. Так что вот так. Goodbye. На замену я купила Garnier Vitamin Strength с биотином. Это у меня уже третья банка. Вообще я никогда не повторяю ничего по два даже. А вот это уже три. Это вообще, как сказать, unheard of. Неслыханное дело. Потому что я люблю что-то новенькое каждый раз. Но дело в том, что у Garnier почти все шампуни пахнут одинаково. Но вот этот пахнет малиной. Мой муж сказал, что ему пахнет апельсином. Здесь написано апельсин, blood orange, то есть кровавый апельсин. Мне лично, когда моя дочка намоет волосы этим шампунем, мне кажется, что у нее пахнет малиной. Вот такой сладкой-пресладкой ягодой малиной. Калинка, малинка моя, саду ягода, малинка моя, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В общем, я себя поздравляю, купила третий раз. Дальше. Доктор Тилс. Я все-таки решила купить соль, хотя обычно я беру вот эти вот банки Bubble Bath, то есть пузырьки для ванны, но здесь магнезия, и она, допустим, находишься целый день, аж ноги гудят, а вот эта вещь, заползаешь в ванну и такая, откисаешь. В общем, в этом деле это просто кайф. Всем советую вот этот Доктор Тилс. Он в разных видах. И евкалипт, и апельсин. Есть еще даже, по-моему, с коноплей. Ну, вот это у меня самый мой любимый. С almond and shea butter. То есть масло ши и миндаль. Пахнет изумительно, изумительно. Такой еще тяжелый. Здесь у нас 1 килограмм 36 грамм. Или... 3 фунта. Ну, он не дешевый, конечно, но все равно, ладно. И еще покажу вам ну, такие смешные банки, эксперименты, что я творю. Господи, скажет, Оля, тебе вообще нифиг делать? Ну, ладно, сейчас я достану. Так, значит, вытаскиваем баночки. Потом расскажу, что к чему. Что-то была вот такая тема, фирма Clinicians очень много продавала классных кремов для лица. Но так как я любитель кругленьких баночек, я покупала буквально все виды этих Clinicians. И вот туда я уже давным-давно запихала что-то другое, потому что я их все вымазала с удовольствием. То у меня был целый год вот таких вот игрушек. И я что хочу предложить. Я обычно, у меня когда заканчивается шампунь, мне он так надоедает, и там остается буквально там вот настолько, да. Я его переливаю в банку и делаю консервацию запаха. А потом вспоминаю, вот если уже у меня такой винтаж пошел в шампунь, а господи, скажет, уже совсем. Ну, это просто, я не хочу вот именно эти банки, я уже сколько выкинула, да, но эти не хочу выкидывать, потому что они такие... Cute, cutie pie style. И туда я закидываю то, что мне
совсем мало осталось. Вот здесь, например, скрабс и фраше, который... теперь у нас нет магазина, но зато они мне стали присылать открытки. Я еще к этому даже не прикоснулась, потому что мне ни на что не хватает времени. Ну вот вам консервация. Вот запах шикарного скраба. По-моему, он был с малиной. Что тут у меня еще? Это еще какой-то скраб зеленый. Я даже забыла. Пахнет классно елкой. Вот теперь буду вспоминать, по крайней мере, это было 100 лет назад. Законсервировала, забыла, вспомнила. Дальше. Так, это у меня, по-моему, был Bubble Bath, то есть пена для ванн. И я туда налила уже остатки, чтобы избавиться от этой большой бутылки. И вот это вот у меня море в этой баночке есть. Если мне не хватает или я не успела что-то купить, я такая бац, выливаю, а потом что-то в пустую банку заливаю для консервации запахов. Дальше. О май гад. Вот это вот у меня ваниль. И я знаю это 100%. Это ванильный шампунь из Эфраше. Его уже не продают. Не знаю. Если мне удастся купить онлайн, хотя вряд ли, вот пусть пока будет, я буду так нюхать. Но потом, естественно, я это использую куда-нибудь или в ванную, или куда-то. Но дело в том, что вот представляете, тетя Оля в 55 лет с такими баночками играется. А вы играете с баночками? В общем, желаю вам играть с баночками, с кляночками. Это лучше и безопаснее, чем что-либо. Всего вам самого-самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока, я полетела. Не знаю, поставлю это вперед, клипа или в начало. Парфюм дня у меня был Eden. Eden Cacharel. Все его знают, все его любят, и я тоже. Thank you.